Представляю вашему вниманию аккумуляторный компрессор Metaba AK18 Multi. Он может накачивать до 11 атмосфер, до 11 бар. Так он включается. У него есть фонарь с данной стороны, с этой стороны насадки. И такая универсальная для накачки шара. Например, там шаров, матраса можно, матрас можно также накачать. Сейчас покажу, как все это делается. Сзади у него устанавливается аккумулятор. Здесь настройка, соответственно, двух вариантов. Первый вариант сейчас включим, например, для накачки шин. Устанавливаем давление в барах. Ну и включаем его. Соответственно, отсюда пойдет. Если нужно накачать шар, переключаем режим. Подсоединить его нужно. Ну, шар либо матрас. Здесь он подсоединяется. Таким вот образом. Включаем его, соответственно. Здесь, чтобы спустить тот же самый шар либо матрас, достаточно будет его подсоединить с другой стороны. Вот с этой вот. Закрыли, также включается, и отсюда будет забор воздуха, то есть подсоединяйте куда нужно вам, и будет скачиваться, сдуваться.